Приветствую, дорогой зритель, и сегодня мы послушаем группу Extraordinary Heroes с песней Knockdown. Вот, это лайв-клип, так что давайте заценим. Эти ребята мне очень нравятся в плане музыки, они очень-очень-очень крутую пишут музыку. Конечно, голоса у них крутые, но музыка меня сильно привлекает в этом коллективе. Поехали! Очень барабаны тут круто сочетаются. Хоть группа и рок исполнители, но мне немного напоминает джаз почему-то. Вот такой вот ритм, более джазовый и более рок, такой именно более ретро-рок, более того старого времени. Опять же, мы слушали первую песню с их мини-альбома, где более она рок такой, более электронный, а здесь именно вот такой вот джазово-ретро-стайл. Очень круто. Крутые голоса, все круто, но музыкальная составляющая у них очень-очень крутое. Вот по музыке, именно то, что они пишут сами музыку, это очень-очень круто звучит. Приятные голоса, приятный текст, но вот именно музыкалка тут вообще уровень
Видно уровень, и ребятам очень нравится совмещать вот такие вот стили. Немного мне показалось вначале как раз-таки вот такой более немного джаза, что ли. Не знаю почему. Вот мое мнение, немного такой джазовый стиль, хотя, опять же, джазовых инструментов не было. И вот это вот исполнение более идет к истокам рока. Вот так вот я скажу. Хотя они очень добавляют своих фишечек в музыке. Круто. Пишите, как вам это исполнение, и не забывайте, извиняюсь, когда же это горло пройдет. И не забывайте про лайки и про подписочки. Всем до скорого, увидимся на канале.